Рим. Kaya mo kunwari, saan to? Sabihin yung tayo, bago ko lang tumatakbo na kotse kung tututok. Alam ko na tayo. Bye, mo. It's not moving, no? I'm just like old. It's real. Bros, man. It's real. Ay, ano ba yan? Hey, you umaano kayo yung mga umaano kayo yung mga dito. You swallow. Para ka sa ano. Ah, para siguro sa ano, sa mga... For your information right now, we are at level 41. It is 170 meters above the street level. So this is tower 2, where we are right now. And tower 1 is located over there. The construction of this superstructure began in March 1993 and completed in March 1993. В юноше оказалась душа, жадная наслаждений избранных и наблюдательный ум. Николай Васильевич Гоголь, Рим. Юноша дожидался в передней. Томик Гоголя читан уже. Ум латынью, наукой древней и старанием ученых мужей был воспитан в суровом терпенье доходить во всем до конца. Средоточие наблюденье освещало черты лица. И летучий шелковый локон непокорно спадал на лоб, чтоб девицы, томясь у окон, ощущали легкий озноб, чтоб, ответив на все вопросы и постигнув самую суть, беспристрастный изрек философ, уложа бороду на грудь. Жизнь полна была приключений и не требовала ни гроша, только избранных наслаждений, до которых тянулась душа.